Какой-то трезубец, который у них на гербе Украины. Я заканчиваю, подождите. Этот трезубец не что иное, как сокол Ророга, лже-бога скандинавской мифологии. Нацисты, не христиане. Аминь. Мы испытываем ненависть по отношению к вот этим шайтанам. К ним любовью мы не питаем. Их надо просто, с ним один разговор, их надо обезглавить. Поддерживаю все, что было сказано моими коллегами по религиозному цеху, если так можно выразиться. Ах ты, химик, химик, ну и артист, 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 чистый клоун. Дорогие друзья, братья и сестры, свершилось страшное, чего, казалось бы, не должно быть никогда. Братоубийственный конфликт, более 8 лет тлевший на Донбассе, охватил намного большую территорию. А я еще вот как умею. Это братоубийственная война. У политиков свой резон, а у церкви свой. Церковь объединяет. Церковь не разделяет. Некоторые мне сказали, ты сделал очень резкое заявление, ты назвал войну войной. Да. Да, я так назвал. Потому что это война. Не дай Бог, чтобы в наших церквях, в России, в Украине произошло разделение по национальному признаку, по признаку отношения к политике, которая совершается на наших глазах. Для меня мои братья-украинцы — это мои братья, сестры, мои сестры. Я не ставлю пределов и границ, я не провожу красные линии. Дорогие мои, я хочу, чтобы вы это понимали. Церковь вне политики. Церковь над государством.